приходом осени закрывается и дачный сезон. Соответственно, приходит время для уборки, которое сопровождается сжиганием мусора и сухой травы. А в холодные вечера большинство уже разжигают печи, чтобы согреться. Однако не всегда соблюдаются правила безопасности. Только за этот год на садовых участках произошло почти 50 пожаров. В связи с этим активизировалась работа управления профилактической работы и надзорной деятельности МЧС. Сотрудники побывали в СНТ «Черемушки» в Ленинском районе, где предупредили дачников о недопустимости разведения костров. Ведь в лесах области установлен 4-й класс опасности. В ходе рейда инспекторским составом до граждан доводились основные требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печного оборудования, которое применяется в садовых домиках, а также необходимости иметь на садовом участке емкость с водой объемом не менее 200 литров. В ходе рейда в Черемушке было обнаружено несколько случаев сжигания мусора и сухих древесных остатков вблизи жилых домов. В результате выявленные нарушители привлечены к административной ответственности. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.